Здравствуйте, в эфире Азбука Спорта, с вами я, Никита Суханов. Начнем с радостной новости. Бурятские лучницы привезли россыпь медалей с прошедших международных соревнований на призы летчика-космонавта Петра Климука. В копилке спортсменок из Бурятии 5 медалей, в том числе и 2 золота. Их завоевали Инна Степанова и Виктория Харитонова. Теперь победительницы ждет европейский чемпионат, который стартует 25 августа в Польше. К другим темам. Накануне на Ольхоне прошел турнир по национальной борьбе памяти Михаила Илбаскина. В этом году в соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов из Бурятии, Иркутска, Забайкалья и Красноярска. Эмоции и итоги в нашем следующем репортаже. Возраст участников совершенно разный. Здесь можно встретить как и совсем юных борцов, так уже и маститых профессионалов. На кону почет, уважение и денежный приз. Общий призовой фонд турнира 600 тысяч рублей. Нет, после чемпионата России настроения вообще нету. Плохо подготовился, плохо отборолся. Ну, как бы здесь, конечно, более так развеялся. Здесь и вот, красота, там, искупался, отдохнул. И да, на турнире, да, много позитива. Конечно, тоже все равно настроение получше стало. Сейчас поедем купаться. Балдан Цыжипов уже расслаблен, он победил. Однако на ковре продолжают кипеть нешуточные страсти. В общей сложности победителей выявили в 5 юниорских и 4 взрослых весовых категориях. Такие турниры, вот именно, даже не зря говорили тренера, что именно вот такие турниры дают точку отчета вот молодым спортсменам. Да? Им нужна соревновательная практика, им нужно место, где турнир, где можно себя показать, заявить о себе. И этот турнир действительно дал путевку в большую жизнь уже многим спортсменам, которые сейчас уже знаменитые. Да? Количество участников. Сначала мы приехали, показалось немного, нам сказали 500 с лишним участников. И вот они действительно сейчас выходят, они берегут силы где-то в тени. Слушайте, ну так захватывающе. На самом деле, как я подошла сейчас и сказала, ну на открытии нас было меньше. А сейчас болельщиков, настоящих, истинных болельщиков, ценителей вот национальной бурятской борьбы реально очень много. И очень приятно, что молодежь. Организаторы признаются, что собрать турнир на берегу Байкала, который еще и будет очень популярен, дорогого стоит. И обещают, что в следующем году будет еще масштабнее. Никита Суханов, телекомпания АТВ. Борцы вольного стиля накануне не боролись, а отчитывались о результатах сразу 3 чемпионатов России. Итоги неоднозначны. От парней ждали большего, зато порадовали девушки. Кто и какие медали привез? Наша съемочная группа с пресс-конференции спортсменов. Не секрет, что от нашей мужской сборной по борьбе ожидали немало медалей. Оттого и колоссальное разочарование от результата. У сильных спортсменов внезапно начались проблемы со здоровьем. Например, у Александра Богомоева прямо перед стартом выскочил чирий. После этого лидер сборной уже не мог бороться в полную силу. Команда наших борцов, которая приезжает на чемпионат России, это должно быть подобие, не знаю, такой спартанцев, которые приехали умирать. И ни шагу назад. Министр спорта смотрел большинство поединков вживую. Подчеркнул, что пока не чувствует единого командного духа. Однако одну бронзу Бурятия все же завоевала. Дашашер Степанов в весовой категории до 65 килограмм уступил только будущему чемпиону. Даша уехал на сборы и чистовали его дистанционно. Однако и без него звон медали не раз раздавался на сегодняшней пресс-конференции. Ведь и Смоленска, где проходил открытый чемпионат России по вольной борьбе среди мастеров ковра, наши спортсмены привезли 3 награды. Золото на счету Матвея Илюха Ханова и Бояра Ачирова. Серебро в копилку бурятской сборной добавил Евгений Дандапов. Сейчас мы готовимся на чемпионат мира, и у нас не хватает ветеранов молодых, начиная с 35. Там главенствуют иранцы, турки, американцы. Ветераны призвали министра обратить внимание на популяризацию спорта именно в этой возрастной категории. А их теперь ждет чемпионат мира, который пройдет в Македонии. Также чествовали победительниц чемпионата России среди женщин. И здесь сборная Бурятии заняла первое общекомандное место. Золотую медаль, конечно же, завоевала уже двукратная чемпионка России Стальвира Оршуш. И Стальвира, расскажи, за счет чего удалось победить в этот раз, учитывая, что в финале было 11-0? Наверное, за счет желания. У меня было огромное желание победить. Почему? Как так легко победила?
Дело в соперницах или ты их на голову сильнее? Ну, я могу сказать, что в финале у меня была соперница, не так, как сказать правильно, принципиально. Поэтому счет был с таким разрывом. То, что вот первые две встречи, они были более серьезные. Если взять по титулам своих соперниц. Всего на счету наших спортсменок 8 медалей. Золото также на счету Вероники Чумяковой и Марии Кузнецовой. Никита Суханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. С недавних пор Бурятия славится еще и армлифтингом. Андрей Пичугин стал абсолютным чемпионом мира по этому виду спорта. И сегодня он у нас в гостях. Андрей, здравствуйте. Поздравляю вас, во-первых, с победой. Спасибо большое. Да, и сразу вам первый вопрос. Вот расскажите, что это такое абсолютный чемпион мира по армлифтингу? Что такое армлифтинг? Вот пауэрлифтинг, армрестлинг, что это? Ну, для начала в двух словах. Армлифтинг, можно сказать, что это нечто среднее между пауэрлифтингом и армрестлингом. Это вообще дисциплина, которая отделилась в свое время от армрестлинга, имеет нечто схожее с силовым экстримом, да, и основные две дисциплины, так скажем, в армлифтинге, за которые вот я получил вот эти два кубка абсолютного чемпиона, это становая тяга и тяга русской рулетки, если в российском варианте, либо тяга Rolling Thunder в американском варианте. Сложный термин. Ну, на самом деле, да, термины сложные. Кому интересно, это можно, в принципе, все в интернете прочитать на Спортвики или других каких-то ресурсах. Угу. Так, получается, это и по становой тяге, и по как раз Rolling... Rolling Thunder, да, раскат грома, да, так называемый в переводе на русский. Вообще, да, это две основных номинации, которые именно с которых армлифтинг начинался в свое время. Это именно Rolling Thunder, это тяга крутящейся ручки, одной рукой она делается, и становая тяга так называемого Аполлона Акселя, да, гриф Аполлона Акселя называется, или в российском варианте это русская ось. Идентичная абсолютно. Становая тяга грифа диаметром 5 сантиметров. Угу. Ну, то есть, как бы здесь осложняется именно то, что тянуть можно только хватом сверху, и диаметр диска, он, диаметр, вернее, грифа 5 сантиметров, это очень сильно влияет на, ну, так скажем, на силу хвата, да? Угу. В отличие, допустим, от стандартного грифа, где диаметр практически в 2,5 раза меньше. Угу. Так, и поделитесь для, вот, для простых людей, наверное, которые сейчас будут в шоке, сколько в итоге повторений сделали, на какой вес вот, у абсолютного чемпиона мира, сколько повторений? Так, вообще, то, что касается повторений, здесь как раз именно нужно выполнить на одно повторение максимальный вес. Угу. Максимальный вес, который как бы, ну, вот, в этот раз мне подался, это 190 килограмм. 200 килограмм я потянул, но, к сожалению, силы пальцев не хватило, чтобы удержать. То есть вес, помимо того, что нужно потянуть, его нужно еще зафиксировать в верхней точке. Mm-hmm. Ну, вообще, как бы это, говорю, опять же, можно посмотреть на Ютубе, там очень много, в принципе, информации, много видеороликов. Ну, теперь-то вы наш чемпион, лучше все из первых уст узнать. Ну, в том числе, как бы, видео есть и моего выступления, в принципе, если кому интересно, тоже могут посмотреть это. И вот расскажите, как-то сейчас жизнь изменилась? В Улан-Удэ начали подходить и говорят, вот, смотрели, болели, может быть? Ну, на самом деле, как бы, да, все поздравляют, естественно, в принципе, наверное, не часто в Улан-Удэ, хотя в последнее время многие ребята выступают и становятся чемпионами в различных других каких-то, да, там, видах спорта. Ну, вот, два кубка привез, и, в принципе, очень много поздравлений. Сейчас также мы планируем провести соревнования в республике, потому что сейчас уже официальное представительство теперь есть в нашем регионе, Федерация армлифтинга, и я думаю, что сентябрь-октябрь мы проведем чемпионат республики по армлифтингу. Как раз вот в этих основных двух видах движения, то есть тяга Аполлона Акселя, становая тяга и тяга русской рулетки. Вы уже будете как главный организатор, так как представитель, получается, армлифтинга. Ну да, можно сказать, что именно в регионе теперь как бы я основной представитель и, в принципе, как судья, потому что как бы, ну, вот благодаря этим соревнованиям также получил и статус судьи международной категории, и теперь, соответственно, мы можем уже официально эти соревнования проводить в республике. Угу. И вот, Андрей, интересует, наверное, всех вопрос. Вот вы каким были в детстве? Почему вообще вас потянуло? И вы, так как я, ходили в школу, в университет и поняли, что нужно качаться или как? Ну, часто этот вопрос задают, да, что подвигло, да, к занятиям спортом. На самом деле, ничем особенным как бы не отличался. С легкой атлетики начинал свое, так скажем, движение, да, в спорте. А потом просто, ну, немножко меня зацепило то, что
В школе я не мог потянуться нормально на перекладине, то есть два повторения, буквально два раза я подтягивался, и, соответственно, наверное, это меня сильно зацепило, после чего уже я начал заниматься силовым видом спорта. Ну, раньше это была так называемая качалка, потому что как бы, ну, выделяться виды спорта начали намного позже, то есть там пауэрлифтинг, армрестлинг, армлифтинг, естественно, немного позже появился. Вот и после этого уже, наверное, моя практика, так скажем, да, спортивная и тренерская, она уже, ну, более, так скажем, осмысленно уже развивалась в последующие годы. Так и вот такой еще вопрос, наверное, житейский больше. Своих детей захотите отдать? Посоветуйте им идти вот в качалку? Ну, я думаю, что касается спорта, наверное, надо развиваться постепенно, да. Если, допустим, с малых лет отдавать в силовые виды спорта не совсем целесообразно, скорее всего, лучше, наверное, если девочкам, я посоветовал бы, наверное, такой вид спорта, как художественная гимнастика. Мальчикам, наверное, тоже, в принципе, можно спортивной гимнастикой заниматься, но никому не помешает. Я думаю, что секция плавания тоже очень хорошо развивает, в принципе. Ну, если что, потом вы готовы их потренировать немного? Естественно, дальше уже с 14-15 лет, ну, допустим, вот сейчас у меня занимаются два брата-близнеца, уже более осмысленно, то есть они до этого занимались дзюдо, занимались какими-то другими видами спорта. Сейчас им нравится заниматься в тренажерном зале. Я думаю, что одного вполне мы можем подготовить уже и к соревнованиям по бодибилдингу, которые тоже мы планируем провести в сентябре сейчас. А вот вообще, как ситуация в Улан-Удэ, вот в Бурятии, с как раз этими видами спорта? У нас сейчас спортсмены сильные, если смотреть на российскую арену? Ну да, есть, я думаю, что ребята, которые перспективные и, в принципе, может быть, они сами даже недооценивают себя с какой-то, да, точки зрения. Ну и самый такой, ну, как бы, животрепещущий вопрос – это финансирование. Естественно, для того, чтобы выехать на соревнования, довольно-таки большие затраты нужны, поэтому личных средств часто не хватает, поэтому, ну, многие обращаются к спонсорам, в принципе, помогают. Я тоже, как бы, не без помощи спонсоров съездил. Большая благодарность им за это. Поэтому, в принципе, я думаю, что готовиться стоит и выступать стоит, потому что есть потенциал, и есть действительно хорошие спортсмены у нас в республике. По многим, в принципе, видам спорта, не только по силовым. Так а сколько вообще вот примерно эта сумма варьируется? Это 100 тысяч или это вообще как до миллионов доходит, чтобы вот съездить? Да нет, на самом деле расходы не такие большие. Часто соревнования вот мирового уровня, к счастью, проводятся у нас на территории России. Москва, Екатеринбург, ближайшие соревнования. Сейчас я выступал в Курске. Поэтому суммы на самом деле небольшие. Они, ну, я не думаю, что они там ограничиваются суммы там, вернее, превышает сумму более чем 50 тысяч рублей. В принципе, не такие большие расходы на самом деле. Я думаю, что они того стоят, потому что в любом случае человек, когда выступает на соревнованиях, он, во-первых, задает планку и другим, и мотивирует других, и сам развивается прежде всего. Угу. Так, и сейчас тогда один вопрос относительно вашей именно карьеры. Угу. Какие дальше планы? Вот вы теперь абсолютно чемпион мира. Куда дальше расти? Ну, расти можно, в принципе, и в других направлениях, помимо армлифтинга, существуют как же у нас такие направления, как пауэрлифтинг, бодибилдинг. На данный момент, в принципе, моя, так скажем, ну, административная, как бы, еще работа заключается в том, что, как бы, помимо того, что сейчас я представитель Федерации армлифтинга, я также вице-президент Федерации бодибилдинга. То есть, вообще, на данный момент мы занимаемся развитием силовых видов спорта в республике и проведением соревнований. Я думаю, что, как бы, ну, для будущих поколений это будет интересно. И прежде всего сейчас своим примером, личным примером, да, я думаю, что будем мотивировать, ну, подрастающее поколение, молодежь. Поэтому, в принципе, основная работа именно связана сейчас с тем, чтобы развивать данные виды спорта именно в республике. Ну и продвигаться дальше. То есть пока спортивных задач сейчас относительно не стоит, ни к чему не готовитесь, ни к каким соревнованиям? Ну, то, что касается лично меня, как бы, да, сейчас я занимаюсь больше тренерской деятельностью, как бы, ну, и руководящей деятельностью, в принципе. Также руковожу фитнес-центром, и, соответственно, то, что касается вот двух федераций, думаю, работы на самом деле еще хватит на ближайшие годы. Но в следующем году от вас ждать защиты титула? Я думаю, что мы сейчас проведем вот соревнования, да, в республике и посмотрим. Скорее всего, нам нужно сформировать команду уже. То есть личное первенство – это интересно, но еще интереснее, когда есть команда и командное первенство, когда, допустим, приезжаем на соревнования командой и забираем первое место, командное первое место. Я думаю, что это еще больше, в принципе, дает статус и республике, соответственно, и виду спорта, и, соответственно, направлению данному в республике.
Хорошо, Андрей. Желаем вам успехов, всей нашей бурятской команде будущей. Спасибо огромное, спасибо, что пришли, и еще раз поздравляю вас с победой. Огромное спасибо. Да, спасибо. Это были все новости, которые я и мои коллеги подготовили для вас. Теперь же вас ждет сочная, мощная зарядка от фитнес-инструктора Алины. Я же с вами прощаюсь, занимайтесь спортом, до новых встреч. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я покажу вам комплекс упражнений на мышцы ног. Итак, первое упражнение у нас приседания. Третье упражнение – выпады. На этом у меня все. До новых встреч!